подтверждаю. Всем привет, это Свинтовит, и мы с вами продолжаем проходить Deus Ex Mankind. Ну, не продолжаем, мы заканчиваем проходить основную сюжетную линию. Подтверждаю. Mankind Divided. И в данный момент нам нужно что? Найти ключ-карту в зоне обслуживания. Окей. Это нам куда? Ага. Это нам вниз. На первый этаж. Так, а что будет, если мы... Да, перехожу на новый этаж. Подтвердите. Мы даже могли сюда проникнуть вот таким путем. На следующую точку. Подтвердите. Подтверждаю. Я проверяю новый участок. Так, а тут откуда мы так попадаем? Никого нет. Базы не найдем. Придется искать новую. Ага, отсюда. Понятно. А тут откуда? Цел, нет, прием. Никого нет. Подтвердите. Подтверждаю. Так. Сюда эта сволочь меня не видит? Не видит. То есть мы могли... Начинаю фазу 2. Угу. Вот так вот вообще пройти тут. Всех обойти, никого не трогать. Все чисто, прием. Сюда. Все спокойно, подтвердите. Принято. На позицию. И вот сюда. Тишина. Подтвердите. Подтверждаю, возвращайтесь. Вот таким макаром можно было туда попасть. Я вообще не напрягайся. Слишком шумно. Так, тревогу вроде никто не поднимает. Так. И как же нам, дамы и господа, попасть ниже? Так, ну это явно. У нас тут лифты где-нибудь есть? Или только вон тот лифт? Непонятно. Так что я, скорее всего, тут сейчас буду тупить и буду ждать. Куда-то не туда лезть. Думал, с тервисовцами потруднее будет. А за все нормально, уроды. Я туда спускаюсь.
Так, я на пятом этаже. Окей, а отсюда ко мне. Можно. Так. Ну, в общем, по-разному можно. Так, я в главном зале. Вижу охранников, но у кого ключ-карта, непонятно. Да тебе долго искать не придется. Их всех вынести надо. Нельзя же никого оставлять, так? И действуй тихо. Я рядом с тобой. Давай, скоро увидимся. Окей, значит, всех и тихо. Совсем немного осталось до открытия долгожданной конференции. Там вон посторонняя вентиляция. Уже сейчас самые влиятельные люди мира пребывают в так, тут сюда нельзя. Эти вроде отсюда. Большинство приезжают, чтобы присутствовать на презентации миллиардера Натаниэля Брауна. Глава Санта впервые представит публике Равиль. Я лично жду не дождусь новых деталей проекта. Так, куда ты, камера, доворачиваешься? Будет внимательно следить за развитием событий в Абекс-центре. С вами Элиза Казан. Прямого эфире на да, полностью доворачивается. То есть, труп не взломать так, ну, то есть не спрятать нигде, меня сразу спалят. Если я сейчас прям сейчас этого парня тут сейчас возьму и вырублю. Так. Явно начинать умирать. Знаю, что на Даниэле считают. Пришел. Может, ты и прав. Я слышала, что... Мне как-то тревожно видеть, что они просто так вот. Вот этого парня крупным планом. Это же охрана. Ты хочешь, чтобы они оружие... Я уже решил. Ты ведь его тоже слышал? Проект «Тихая гавань» правильно. Панику разводить. Я думал, Дэвид Шариф тоже будет. Да, ты! Ты ведь знаешь, что Браун его нанял? Да, я слышала. Интересный выбор, как мне кажется. Давайте попробуем отсюда. Над фундаментом проекта работает один из пионеров. Это помогает поверить в успех. Может быть. Но тебе не кажется странным, что Браун как-то быстро ушел после своей речи? Слишком серьезно. Доступ разрешен. Так, хорошо. Погода будет кошмарная. Так. Нет, я не видел никаких признаков того, что у нас чужак. Хорошо. Но не снимай палец с крючка. Если у нас прорыв перед... Я план помню. Это жестко. Мы должны все сделать. Согласен. Так, этого парня ставлю. Здесь. Пусть отдыхает. Так, что у нас здесь есть? Кажется, они говорили интересно. Так, вентиляция у нас здесь. Дженсен, как твои дела? Пока никак. У одного из них должна быть ключ-карта. Обыскивай лучше. Бесплатная еда, выпивка, ну и немного брата. Вариант интересный. Реально ли это? Так. Подумайте о детях. Даже период позвал этот счет.
что он заставит меня передать. Это мой выход. Так. Это у нас каморка. Так. Если я сейчас стену ухну, они сразу спалят. Вас ждет рассказ о технологиях, которые, если верить, то Артур говорит, сделали Робею абсолютно самодостаточной. С вами Элиза Казан. В прямом эфире на Geek News. Окей. Мы храним вашу жизнь и расчищаем путь. Дерсала. Запас. Круглые сутки в центре событий. Geek News. Новости со всего мира. Мы смотрим и показываем вам. Сегодня внимание всей планеты приковано к Лондону. Совсем немного осталось... Они еще получат по заслугам. Уже сейчас самые влиятельные люди мира прибывают в Апекс-центр. Великолепные Апекс, расположенные... Помечаю и отправляю. На презентации миллиардера Натаниэля Брауна. Глава Санта впервые представит публике Робею. Я парень, лично жду не дождусь новых деталей. Тебе будет комфортно лежать вот с этими. Снял еще одного, но карты нет. Продолжи. Так. Уже искать. Понял тебя. Элиза Казан в прямом эфире на Geek News. Сюда, в сторону. Мировой лидер, честно. Ну, тут валяйся. В прекрасных новостях. Мы освещаем события со всего земного шара. Самая так, куда это ведет нас? На этой неделе на Гавайях прошел международный саммит сейсмологов. Шире всего обсуждали проблему так называемого огненного кольца, линии, где сходятся Тихоокеанская и Арктическая плиты. В последнее время сейсмическая активность от Аляски до Чили заметила... Пометим! Подтвердите! Сейсмолог доктор Кристиан Мистик комментировал это так. Здесь чисто. Подтвердите. Так, чуть не спалился. Зеленый статус. Прием. Нет, не спал. Продолжать работу. Свет поднятия океанского дна. Это даст большой импульс всей массе воды. Результатом будет цунами, подобных которых не было с нуля. Ужасно, не правда ли? С вами Элиза Казан. В прямом эфире на Geek News. Не стоит. Пока не стоит трогать этого парня. Так, тут тоже не могу спалить, если я его ушел, пытаюсь вентиляцию затащить. Тоже не раз. Так. Давайте напечатаем. ARC. Так, отрубай камеры. Полезно. Так, кстати, можно того и парня, наверное, вырубить. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Так. Ну, по крайней мере, камеру вырубил, теперь будет полегче передвигаться.
аугментированных людях нельзя забывать, так, что фундаментом является не что иное, как гуманность. Некоторые говорят, что наш проект искусственный. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Забыть обстановку. На следующей неделе вас ждет рассказ о технологии. Ты должен был сдохнуть, Адам Дженсен. Блин, спалился. Ты приходишь сюда, приводишь друзей. Спалился по-тупому, ладно. Ладно, в этот раз не спалюсь. Надо будет на ступеньке его вообще стащить. Там лишь прозрачное стекло. Его надо вообще на ступеньке стаскивать, чтоб не спалил. Идет засранец. Так, качал. Так, мировой лидер честных, полных и беспристрастных новостей. Снял еще одного, но так. Карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Так, дверь закрылась сама. Шире всего обсуждали проблему так называемого огненного кольца. Этот не палит. Он может его вентиляцию попробовать затащить. Он на лестнице тоже палил. А тут пространство вроде как хватает. Так, почти протащил. Протащил. Все. Спи, придурок. Теперь тут точно не спалят. Так. Это даст большой импульс всей массе воды. Результатом будет цунами, потом... Пришествие! С вами Элиза Казан. В прямом эфире. Так, и тебя к твоему же дружку затащу. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял. Так, код безопасности. Тебя. Так. Тимон, так же известен, как акт на восстановление человечества. Это новый человек. Наши приняты этот закон создания. Правда? А в чем тут выгода? Так, ладно. Куда пойдем? Все такое. Кажется, они игнорируют. Это случится рано или поздно. Так, код 1515. Так. Ага, что у нас? Все одинаковые. Как бы описали. Вот этого парня крупным планом. Весьма впечатляющий. Вариант интересный. Реально. Так.
Давайте искать варианты. Обезвреживание этих. Подумайте о детях. Едва ли мы знаем, наверное. Ну, просто не могу поверить. Я думал, что лига будет распущена. Ну, ты понимаешь, после этого. Давайте вернемся сюда же. Много денег вложено, где мы тут взломали дверь. Может, отсюда будет удобно добраться до кого-то. Думаю, после вечеринки я отправлюсь в Калифорнию. И я вступаю. Да. Бессмысленно. Отсюда уже куда-либо передвигаться. Вроде как бессмысленно. Выглядит она не самой Ну, может, разве что отсюда снять? Отсюда не достану того парня. Нам придется неплохо тут убраться. У меня были билеты на космический курорт. Так. Но хоть музыка хорошая. Окей, сократили путь. Рапия, как же. Спорим, никто не думал, что в аугментации песок набьется. Еще одну обезвредил. Куда тебя тащить-то? Так, чтобы не спалить потом. Так, вентиляции здесь нет. Так, сюда как-то можно еще попасть? Нет. Снял еще. Так. Еще одного. Но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Так, пойду обезврежу того парня. Так, и вот еще один вырубленный. Куда б его приткнуть, чтобы не увидели? Об этом вообще уже парни не отчитывается. А, самый нужный вот тут ошивается. Внизу. Нам прям специально отметили этого парня, за которым нужно охотиться. Ладно, увидимся через секунду, мне нужно отойти. Так, продолжаем.
тут я уже никого не вырублю, туда я не попаду. Спустим сюда. Были. Можно мне еще бокал? Наверное, тут никого. Вентиляции тут нету. Так пошли эти икорные социалисты. Так, иди вот сюда, один красавчик. Ну ладно. Снял еще одного, но карты нет. Продолжу искать. Понял тебя. Так. А, мне все-таки его сюда тарабанил. Да, давайте посмотрим на задание. Я перевалил 8. Кажется, я 8 из 11. Еще 3 козла. Это просто удивительно, не так ли? Три цели вон там. А что здесь? Интересно, любопытно. Похоже, что ничего важного, но грех было не зайти, если даю. Займемся оставшимися тремя. Так, ну надо, мне кажется, тех двоих, ну вот этого надо вот загрохать, как раз тут становится. Мы типа вот тут прячемся, его так, упс, перекидываем сюда, он тут лежит, его никто не видит, все дела. Все как бы шито-крыто. Прикольный вид на город. В задании сказано всех оглушить. За это надо выпить. Поэтому давайте. Не стоит тратить хорошие шампанские. Всех. Я не думаю, что он заставит меня перезвать. Так. Это может быть внутренний проект. Из-за дивана его не оглушить. Так, тогда как? Ну, давай я сохранюсь и попробую. Так. Я сказала ему в лицо все, что сдохнуть, Адам Дженсен. Черт. Но ты приходишь сюда. Приводишь. Блин, ребята, я не включил запись. Я, мать его, не включил запись. Извиняюсь. В общем, ребятки, я успешно оглушил этих двоих, забрал ключ-карту, потом поднялся наверх, использовался и оглушил вот этого парня.
Потом тут была вентиляция, обошел его по вентиляции. Он тут как раз вот так стоял. Я подошел, отрубил его. Вот он лежит. И все. И там еще был парнишка, его тоже вырубил. Вот он. Тут охранники мертвые. Ну и все эти дела. Интересно, курсор, который я вижу, записывается или как? Надо посмотреть. Так, увидимся через секунду. Блин. Как я мог завтыкать, не знаю, но... Извиняюсь, ребят. Но там все технично получилось оглушить, и чтобы никто не спалил последних двух. Трех. Ну, там мне у дивана пришлось оглушить не только охранника, но и гостя, чтобы он панику не поднял. И обоих я за диван запрятал. Вот же, блин, второй раз забываю запустить запись. И комментирую, общаюсь вовсю. Угу, молодец. Ладно, надо проверить сейчас видео. Ладно, народ, вроде курсора не видно, но мне сейчас немножко неудобно играть, поскольку я кусок-то вижу. Ну ладно, поехали. Миллер. О, шеф валяется. Макриди, Миллер ранен. Нужна поддержка, я в зоне обслуживания. Дженсен, господи. Не двигайтесь, Джим. Помощь скоро прибудет. Нет. Нет. Оставь меня. Ты должен найти Брауна. Предупредить его. Золотые маски. Они отравили шампанское. Отнесли в переговорную за главным залом. Я хотел их... Хотел остановить. Но ничего не вышло. Покрытие. Они используют орхидею. Нужно... Ты должен быть мертв, Дженсен. Но ты приходишь сюда. Приводишь друзей. Вынуждаешь меня менять планы. Так отравить Брауна и делегатов твой запасной план? Прости, брат, он не сработал. Ты видишь только часть картины. Возможно, ты спасешь этих богатых ублюдков. Возможно, в каком-то светлом, гипотетическом будущем это возместит нанесенный ущерб. Восстановит свободу, равновесие. Улучшит жизни аугментированных, таких как мы. Но сегодня из-за тебя придется принести в жертву сотни мужчин, женщин и детей. Из-за твоего вмешательства мне пришлось заминировать жилые высотки. Я могу послать сигнал на детонацию в любой момент. Но если ты прямо сейчас придешь в выставочный зал, возможно, это не понадобится. Мы можем избежать очередной ненужной трагедии, брат. Если ты быстрее доберешься. Покрытие. Бомбы. Они... Я слышал. Не знаю, успею ли их найти, но я уже иду туда. Твою ж мать! Дженсен, останови этого маньяка. Так. Спасти жителей. Спасти Совет Безопасности ООН. Зашибись. Вот это выбор перед нами поставили. Ничего не поделать, конечно, возможно, это важнее для будущего аугов, но пожертвовать ради этого сотнями невинных жизней, не, я так не могу.
Держитесь, Миллер. Я найду. Нет времени. Меня заставили выпить. Мне уже не поможешь, Дженсен, но ты еще можешь спасти других. Джим, простите, я... Нет, ты ни при чем. Ясно, ты отличный агент. Стой. Поберегите силы. Нет, послушай, я не это хотел сказать. Я хотел сказать, ты хороший человек, Адам. И я всегда, всегда это знал. Шеф умер. Хороший был мужик. Был. Так, или нам через другую дверь? Так, тут никак не пройти. Значит, все-таки через ту дверь. Так, сейчас я сохранюсь. Так, поехали. Так, а куда мне? Как-то через этих ребят надо проходить. Нет, пока ничего. Скоро должно начаться. Ликвидация гостей много времени не займет. Нужно проследить, чтобы никто не добрался до переговорных. Они не вооружены, так что особых проблем не будет, я думаю. Это точно. Так, ну хоть раз пригодилось. Там у нас турель. Так, интересно, через окно она меня увидит? Увидит. Окно не зашторивается. Так, ладно, поступим по-другому. Ha!
форму, как броня не входит. Ждем отчета сектора. Оружие на готове. Скоро будем успешно в дом. Так. Как-то так. Теперь можно хоть взламывать. О, отсылочка. Не опасаясь. Мы правда столько заплатим. Так, турель отключил. А тут только пойдем вверх. Как спуститься вниз? Вот в чем вопрос. Тут их фига туча бродит. Цели нет. Огонь по любой цели. В зоне чисто. Убить всех! Так. Золотые маски, золотые. Ага, вон люк есть вниз. Окей. Надеюсь, это приведет меня куда мне нужно. Не совсем. Так. Зафиксирована аномалия. Доступ разрешен. Так, читаем на паузе. Так, тут есть какой-то лифт. Надеюсь, он мне поможет. Сектор зеленый. Караван уже подтягивается. Так, окей, это типа путь.
Угу. Там у нас вентиляция. Угу. Можно было и так. Так, ребятки, спускаемся. Адам, это я, карманный секретарь из Гонконга. Секунду назад его включили, отправили еще одно сообщение. Перехватить получилось? Да, но тут шифр сейчас. Вот, встреча началась, обеспечьте доставку. Ключ 2202. Так. Второй. Мне не нужен второй. А ты еще выше. Даю метку, прием. Блин. Ладно. Ну, давайте с вип-зала начнем. Подниматься туда, куда это нет смысла, а по-другому я не знаю, как попасть в нужное нам место. Тут мы на втором этаже, прям над этим засранцем. Так, на всякий случай. Брум-брум-брум-брум. Окей, но пока это нам не понадобится, я думаю. Пока нам не нужно. Что можно докачать? У нас 7 парагонов. Бронь. Так, зачем я это сделал? Энерго. Так, это 2. Так, это 3. Что еще можно докачать? К примеру. Ну и все. Ну и 7, к примеру. Так, покупаем. Окей. Покупаем. Окей. Так. Бронь давайте докачаем. Ну и осталось вложиться вот. И вот, не знаю, вот в этом. Так. Так, 2-2-0-2.
Обдумываю важность этого момента на национальном уровне, на глобальном уровне, на коммунитарном уровне. Не пейте. Шампанское отравлено. Но я его заменил. Это кюве де престиж. Браун, вы и ваши гости должны срочно покинуть Апекс-центр. Слейтер мертв. В Тарвасе враги. Они пришли остановить вас. Вы можете довести всех до вертолета? Да, да, конечно. Моя охрана вас сопроводит, но как же все остальные участники? Их эвакуируют ОГ-29, а я найду тех, кто это устроил. Высоко подниматься придется. Чё? Макриди добрался до Брауна, рассказал ему о шампанском. Охрана уводит его и гостей в безопасное место. Отлично. Но Марченко, сука, не врал. Высотки доверху набиты взрывчаткой. Если он использует детонатор... Я иду в выставочный зал, чтобы... Читаем на паузе. ...его остановить. Пусть твои люди начнут обезвреживать бомбы. Может, нам повезет и все выгорит. Повезет? Да нам обоим должно чертовски повезти. Увидимся на той стороне. Так, как я должен попасть туда? Каким макаром я должен вашу маму попасть? Ничего не понимаю. Если я воспользуюсь лифтом, я окажусь прям там, откуда ушел. Ну, если переговорная, то я окажусь среди толпы фанатиков. Это писец какой-то. Очень долго ты идешь ко мне, брат. Я не хотел бы лишних смертей, но как хороший солдат, я сделаю то, что должен. Если ты меня не остановишь, время на исходе. Блин, где эта долбанная дорога к этому? Я не мог тут убраться. Не туда. Эхо зеленое. Уже очень скоро эти козлы начнут молить о пощаде. Где спуск? Где этот долбанный спуск вниз? Все или нет? Оружие наготове. Скоро будем их всех свинцом шпиговать. Блин.
утопила с 60 метров, правда? Интересный образ. Блин, куда? Куда надо идти? Весьма. Эй, ты! Да, ты! За это надо выпить. Ну, я уже решил, что так вот. Это просто удивительно, не так ли? А, сюда. Так, надо сохраниться. Так, сохранились. Приготовились. Пошли. Окей. Так. Элиза Касан, Big News. Ириал – это новейшие технологии для вас. Наши портативные аппараты для работы. Так, это нам не нужно. Так, мы уже близко, поэтому можно кое-что накрафтить. Так, что у нас там по инвентарю? Сколько у меня этих? Так, так, 17. Надо хотя бы еще 3. Вот так, на всякий случай, чтобы было с лихвой. Так, надо поторапливаться. Хотя осторожность не помешает. Ну, Марченко. Да. Тут у нас Марченко сам сидит. Ну, поехали. Почему ты не пришел? Ты так сильно веришь в гипотезы? Видимо, нет. Ты сделал правильный выбор, брат. Зачем с таким шумом забирать столько жизней, когда можно донести свое послание куда тише? Чтобы выполнить свою задачу, мне надо убить лишь Брауна и его гостей. И тебя, конечно же. Покажись! Я здесь, Виктор. И больше ты никому не навредишь. Не навредишь. Не убьешь. Это тихо. Смерть всегда где-то рядом. И сейчас она придет! Ищем пути, как ликвидировать этого козла. Слишком долго ты мне досаждал. Пытался меня остановить, прекратить все это. Но ты не видишь тщетность своих попыток. Возможно, перед смертью ты поймешь. Где же ты будешь прятаться?
Так. Так. Ожидаешь удобного момента, чтобы напасть? Так. Я тебя найду. Так. Доступ разрешен. Ты действуешь мне на нервы. Так. И где Адам? Поехали! Да. Зачем ты прячешься? Тебе меня не провести! Да. Где же ты прячешься? Где ты? Где? Так, что-то не работает. Так. Ты прячешься, а люди умирают, брат. Почему не сработало? Где ты, псих? Так. Ты все еще не сделал того. Ты боялся. Макрити, все кончено. Круто. Вот так мы и разделались с ним. Ну, а максимальная сложность открылась. Прага. Неделю спустя. Сегодня глава Санта Натаниэль Браун публично поблагодарил Интерпол и частную охранную компанию Тарвас за срыв теракта, который должен был произойти на прошлой неделе во время конференции «Тихая гавань».
Интерпол уже подтвердил, что группа радикальных террористов, связанных с коалицией за права аугментированных, заложила в жилые корпуса, окружающие Апекс-центр, столько взрывчатки, что взрыв уничтожил бы два квартала. Несмотря на это ужасное происшествие, Браун придерживается следующего мнения. Нельзя принимать поспешные решения, руководствуясь страхом. И нельзя, чтобы будущее определяло меньшинство. Акт о восстановлении человечества противоречит главным принципам ООН. Я полагаю, что через некоторое время Совет Безопасности должен прийти к разумным выводам. Какие громкие слова. Что ж, друзья, посмотрим, удалось ли Натаниэлю Брауну предсказать будущее. С вами Элиза Касан. Эй, в прямом эфире на мы победили. Big News. Правда? Мы полностью сорвали их план. Марченко, Орхидея, бомбы. Ты слишком увлекся работой. Пора выйти и развеяться. Воздухом подышать. Прошлой ночью со мной связался Янус. Сказал, что Браун налег на весла. Он и остальные спасенные знают, что акт не решение. Пик может еще долго трепаться, но акт уже торпедирован. Все кончено. Янус всегда обо всем знает. Но только не тогда, когда это по-настоящему важно. Та Миллери? Мне очень жаль, Адам. Я была уверена, что он работал на иллюминатов. И я тоже так думал. А когда понял, что он невиновен, прошлое уже не изменить. Нужно работать дальше. Что у тебя на уме? Сколько еще у них может быть планов? Сколько солдат вроде Марченко только ожидают приказа? Не называй его солдатом. Он просто громила. У солдат есть кодекс чести. Если честно, думала, что ты его убьешь. Сандер. Экологическое строительство. Качество. Совершенство. Сандер. Восстанавливая прошлое, создавая будущее. Вернемся в Нью-Йорк для более детального знакомства с 3507 постановлением Совета Безопасности ООН, также известным как Акт. Не мое дело изображать судью или палача, Алекс. Мы должны ценить жизнь каждого, как бы хреново он ее ни прожил. Коп однажды, коп навсегда, да? Кроме того, мы хотим добраться до тех, кто стоит за ним, за актом о восстановлении человечества, до тех, кто пока прячется. Мы должны вытащить их из тени на свет. Ну, теперь мы знаем фамилии Мандерли и Пейдж. Коллектив не успокоится, пока их не накажет. Да? Мне бы хотелось еще одно имя связать с лицом. Это Янус. Так вот, что тебя занимает. Слушай, Адам, я попробую, но я тебе уже говорила. Он не любит встречи, которые проходят не по его правилам. Тогда скажи, что выбор таков. Или он устроит нам личную встречу, или я сам его найду. Думаю, самое время встретиться с тем, кто носит маску, Алекс. Как ты думаешь? Сотрудники правоохранительных органов Праги сумели выследить и арестовать создателя бомб, которые ранее на этой неделе унесли немало невинных жизней на станции Ружечка. Эта женщина Элисон Станикова, бывшая военная со специализацией в подрывных работах, а также религиозный фанатик и глава культа под названием «Церковь Бога Машины». Тщательное расследование успешно завершилось арестом Элисон и нескольких последователей культа в их штаб-квартире. С моей точки зрения, это весьма обнадеживающие новости. В отчете коронера, выпущенном сегодня в Праге, содержатся новые шокирующие сведения о смерти доктора Талоса Рокера, бывшего лидера КПА. А еще тише говорить не можешь? Судя по всему, основной причиной смерти доктора был чрезвычайно высокий уровень алкоголя в организме. Других токсинов обнаружено не было, как и признаков подозрительной активности. Источники, близкие к Рукеру, говорят, что он сражался с алкоголизмом с тех самых пор, как стал публичной фигурой. Мне, разумеется, не стоит и напоминать вам, что основанную им организацию, коалицию за права аугментированных, связывают с жутким терактом в Лондоне, Виктора Марченко, которому представители охраны правопорядка отводят центральную роль в подготовке жуткого теракта в Лондоне, сегодня переводится в закрытый комплекс для допросов. Так, для допросов. Марченко, один из старейших активистов КПА, недвусмысленно высказался о своих мотивах, заявив, что теракт был справедливым воздаянием за беды, причиненные аугментированным.
Не знаю, как вы, друзья, а я сейчас хочу узнать ответ всего на один вопрос. Когда ООН примет акт о восстановлении человечества, чтобы опасные убийцы вроде Марченко не смогли больше терроризировать нас? Кажется, что не так уж и давно в этой самой программе выступал доктор Талос Рукер, пытаясь убедить нас, что Коалиция за права аугментированных – мирная организация. Сейчас, конечно же, мы стали немного мудрее. С момента смерти доктора Рукера КПА очень скоро показала свое истинное лицо. После теракта, случившегося на прошлой неделе, ООН официально назвала КПА террористической организацией. Прямо сейчас отважные сотрудники чешской полиции штурмуют контролируемые КПА здания в комплексе Утулек. Вот пример неповиновения, с которым они встречаются. Вы все не так поняли. Не так, КПА подставили. Вы же не понимаете, Виктор Марченко не был с КПА. Он пытался убить КПА, убить наше дело. Но не вышло. Мы сильны. Мы невиновны, и мы не будем пешками в играх перепуганных богачей, которые желают принизить наши права. Простите, молодой человек, но сдается мне, уж больно много вы протестуете. В отношении криминальной организации Двали сейчас ведется тщательное расследование в связи с ее ролью в лондонском теракте. Улики, обнаруженные Интерполом, указывают на то, что члены пражского отделения организации обеспечивали террористов КПА оружием и логистической поддержкой. Среди тех, кого разыскивают для допроса, есть и Радич Николадзе, лидер пражского отделения Двали. Близкие к нему источники говорят мне, что Николадзе ушел с радаров и вряд ли когда-нибудь найдется. Возможно, это доказательство вины? Присоединяйтесь к дискуссии и сообщите нам свое мнение. Новости из Парижа. Случившийся там резкий рост числа подпольных публикаций может быть связан с побегом из тюрьмы, устроенным недавно в Праге. На прошлой неделе чешская полиция удерживала под стражей членов подпольной новостной группы «Самиздат» по обвинениям в нарушении общественного порядка, работорговле и медиатерроризме. Однако радикалы сбежали из заключения и, как считается, постепенно перебрались глубже в Западную Европу. Вскоре после их побега во Франции стало появляться нелегальное издание под названием «Силуэт». «Самиздат» взял новое имя, и теперь они «Силуэт»? Вы наверняка согласитесь со мной. Под каким бы названием они ни действовали, нет ничего опаснее распространения лживых новостей. А теперь перейдем к более красочной истории. Недавний инцидент в нелегальной лаборатории по производству наркотиков вывел власти в центр операции «Неон». Согласно источникам, знакомым с новым наркотиком, опасности «Неона» связаны больше с незаконным оборотом и криминальными связями, чем с потреблением самого наркотика. Следует понимать, «Неон» незаконен, и уничтожение лаборатории хорошо для всех. Но определенные официальные лица намекнули мне, что наркотик обладает терапевтическим эффектом. Если это так, то в продажу может поступить одобренная правительством разновидность «Неона». Конечно, для этого понадобятся дальнейшие тесты, так что время покажет. Вот такие последствия наших действий. Правда, они там все перекрутили, и озвучка настолько тихая, что, думаю, вы не услышите. В общем, КПА во всем обвинили. Лидер КПА был алкашом беспросветным, а Марченко главным затейником из КПА. В общем, все-таки попытались фиг скинуть на КПА. На Двали.
Не о том речь. Нужно было нам всем сообщить. Поэтому мы и здесь. Волкер, что сделано, то сделано. Канва операции не изменилась с тех пор, как ее определили. Но на местах приходится вносить мелкие изменения. Ну, вы понимаете. Мелкие? Это не мелкие изменения. Интерпол оказался куда активнее, чем мы ожидали. У них новый аугментированный агент по имени... Адам Дженсен. Которым мы оказывали помощь извне. Мы считаем, это был коллектив Джаггернаут или даже непосредственно Янус. Мы этим уже занимаемся, но... Пока это всего лишь догадки. Давайте узнаем побольше и побеседуем в конце недели. Спасибо. На этом все. Сами виноваты. Я догадываюсь, доктор. Элизабет передает привет. Слушаю. Состояние объекта компенсировано, несмотря на ряд травмирующих событий. Воспоминания все еще соответствуют программе. Он удивительно стабилен. Отлично. Как тесно он связан с Янусом? Очень. Значит, встреча – вопрос времени. Итак, мы прошли Deus Ex Mankind Divide. И что я вам хочу по этому поводу сказать? Мне игра понравилась. Мне понравилось, как я ее прошел, каким макаром я ее прошел. Не знаю, я, может, попробую экшен составляющую. Попробую пройти по-другому. Но мне понравилось. Мне даже понравилось то, что можно спасти уоновцев. И, ну, шишек из зоны и прибить Марковича. Ну, главная тут проблема — это просто знать маршрут. Я так к ним забрел случайно. Я думал, что иду в правильном направлении, а на самом деле шел в противоположном. Но если бы я знал заранее, то я могу легко успеть еще быстрее и туда сгонять. Очень легко. Успеть, как говорится, еще быстрее спасти и тех, и тех. Ну, спасти и этих ребят, и убить того, или обезвредить. Но, как я узнал еще раньше, до того, как я смог поиграть в игру, это, ну, все обвиняли игру, что это пол игры, кусок игры. Не вся игра. Вообще, ну, то есть, то, как она обрывается, по ощущениям, ну, что там должно было быть еще, что мы... Ну, не знаю, полфильма посмотрели, грубо говоря. Но знаете, что я заметил? Большинство в этом винят разработчик. Но разработчики здесь ни при чем. Во всем нужно винить издателя. Именно он пришел и сказал: чуваки, мы этот сюжет пилим надвое. Все, что вы сейчас это сделали, давайте переформируем так, чтобы было... на одну часть, а все остальное перенесем, будет во второй части игры. То есть они захотели продать нам одну игру по цене двух. Но не получилось. На момент выхода Mankind Divided себя не купила. И не, это все разработчики виноваты, это все игра и современность. Мол, сюжетные игры ныне не популярны. Но нет. Это их вина. Они приняли решение разделить игру напополам и скормить людям пол игры. Мне понравилось то, что я играл, мне понравились побочки, но финал резко обрубает всю историю. Ну как же, там должно было быть что-то еще? А его нет. И как минимум нам лет еще 5 не светит увидеть на свете Deus Ex. Лет 5 точно не выйдет ни одна игра по Deus Ex. Это 100% инфа. Сейчас, как сказали официальные разработчики, игра заморожена, но мы обязательно к ней вернемся. Да, лет через 5, когда они сделают две игры по Marvel, если я не ошибаюсь, и, кажется, новый Tomb Raider. Вот только после этого они вернутся. Возможно, теоретически,
к Deus Ex. Если на то будет воля издателя. К сожалению. Ну, а что касательно ружей, которые они развесили на стенах. Да, они все выстрелили. Осталось много вопросов, но одно ружье все-таки выстрелило. Сделало выстрел. Да, кстати, Маркович, по идее, по изначальной задумке, не планировался как основной босс. Он должен был промежуточным боссом. Так вот. Одно ружье точно выстрелило, но не все заметили, наверное. Или заметили, но как так. Мы, дело в том, что все это время играли не за Адама Дженсона, а за его клона. Копию. Спрашиваете, доказательства? Ну, про одно доказательство нам прямо говорят в последнем разговоре Адама и его бывшего начальника шерифа. Точно не помню, как произносится его фамилия или имя это. Фамилия. И тот ему говорит, что непонятно, как тебя не опознали, ведь на каждой нашей аргументации, которую на тебя поставили, есть серийный номер, по которому легко узнать, что это имплантат, сделанный Шериф Индастрис. Но на его старых имплантах нету штрих-кодов, серийных номеров Шериф Индастрис. То есть они новые, сделанными абсолютной копией старых, но не являющихся теми самыми имплантами. Что означает, что Адаму запихнули не только новые крутые игрушечки, но и старые тоже были собраны недавно. И думаю, клонировать Адама очень просто, поскольку почти все его тело состоит из имплантов. То есть биологического там раз-два и обчелся. И еще одно доказательство. Помните тот квест про серийного убийцу? В конце оказалось, что это барышня, которая участвовала в экспериментальном исследовании, где пересаживали, так сказать, чужие характеры, если так грубо говорить, другим людям, и они как бы воспринимали это как собственные черты, собственные привычки, собственные взгляды, собственные убеждения. Так вот, с тех пор, думаю, эксперимент продвинулся намного дальше. И, имея на руках, возможно, самого Адама, они легко перегнали его память, воспоминания, личность в новую оболочку. Откуда это взял? А вот это как раз из секретной концовки, которую мы с вами только что просмотрели. Психолог, подосланный иллюминатом, должен был проверить, насколько стабильно прижились воспоминания, насколько стабильна личность нового Адама. А для чего сделали нового Адама? Правильно, чтобы узнать, кто такой Янус, который, возможно, является угрозой для иллюминатов. Но пока им не удается выяснить, кто это. И если вы вспомните, то Адам хотел встретиться с Янусом вживую с самого-самого начала игры. То есть, возможно, когда он все-таки его встретит, активируется какая-то подпрограмма, и, возможно, он убьет его. Ну, или еще что-то сделать неизвестно. Там, вспомнит, что он не является Адамом, и пойдет докладываться начальству или еще что-либо такое. Прикольно, интересно, но мне бы хотелось узнать, что будет дальше. Но мы этого, возможно, никогда не знаем. Если узнаем, то только через 5 лет или больше. И что самое плохое, может, мы это об этом узнаем вообще в каком-нибудь паршивом комиксе. Не, комиксы супер, но все же хотелось бы узнать, это играя в игру. Это как с Ведьмаком третьим. То есть, по идее, в третьей части должен быть и Йорвит, и Саския. То есть, мы с ней же не закончили в финале второй части.
Но вы знаете, что сделали с Саски? Правильно, ее слили в комиксах. То есть там в двух словах объяснили, что с ней произошло и почему ее нету в третьей части. Ее убили. Нильгард проходил через те земли, и ее и город разнесли к чертовой матери. Вот так и тут может произойти, нам все объяснят в комикс. Если игра не выйдет больше по Deus Ex. Вот такие дела. Но все равно, как бы то ни было, игра интересная, добротная, если не отвлекаться, если не бежать по прямой по сюжетке, а туда забрести, тот квестик выполнить, этот квестик выполнить, то очень даже хорошо, мне понравилось. В игру, конечно, не принесли ничего нового, то есть это прямой перенос механики Human Revolution. Просто новый движок, новые красоты. Новые вот эти импланты, они как бы ни к чему не нужны, то есть так что-то прикрепленное на быструю руку, они нам не нужны, мы и без них хорошо совсем справлялись. Вы видели, я почти не юзал. Единственное, что я активно более-менее юзал, это взлом на удаление. На удаленной дистанции, это, и один-два раза шокер этот применил. И все. А в основном я пользуюсь всеми старыми примочками, которые мы юзали еще в Human Revolution. Но, тем не менее, мне эта механика нравится. Единственное, если бы еще внесли нелинейность, чтобы от нашего выбора что-то зависело, что-то в игре менялось. Если мы поступили так, то все пойдет вот так. Если так, то вот так. А тут мы в основном по рельсам катимся сюжетом. Почти всегда. Но тем не менее, это была замечательная игра. Советую ее всем, кому нравится киберпанк. И впереди у нас еще несколько дополнений, которые с удовольствием пройду. Интересно будет посмотреть, о чем там. Это продолжение каких-то событий, которые случились после финала Deus Ex Mankind Divided, или до, или во время. Будет интересно посмотреть. Будет очень интересно посмотреть. Ждите новых серий по Deus Ex, по его дополнению. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Вы знаете, что нужно делать. Всегда буду рад пообщаться с вами вживую, мои мертвые души. С вами был Синтовиц, всего хорошего, пока.